Петр I возвращал и укреплял территории. На нашу долю тоже выпала эта участь. Эти слова президент России Владимир Путин произнес на встрече с молодыми учеными, инженерами, предпринимателями, которые уже на следующей неделе примут участие в Петербургском экономическом форуме. За ними будущее страны, залог ее успеха в самых разных областях, в том числе в вопросах внешней безопасности. Глава государства подчеркнул, не имея технологического суверенитета, невозможно добиться лидерства. У нас бы никогда не появилось гиперзвукового оружия, если бы невозможности нашей науки и промышленности. Ну, никогда. И знаете, когда вот только сталкиваешься с этим, тогда понимаешь. Вот я, когда у нас появилось гиперзвуковое оружие, попросил разработчиков принести, чтобы список, кого наградить. Я уже об этом говорил публично, вам еще скажу раз. Принесли вот такой точный, толстый фолиант. Я начал листать, а там не фамилии. Там название предприятия КБНИ. Честно говоря, даже я был удивлен. Я говорю, что ты принес? Он, если, говорит, хотя бы одну вычеркнуть позицию, изделие бы не появилось. Тысячи людей работали, понимаете? Тысячи. Я осознал глубину и возможности нашей оборонки. Но то же самое в экономике в целом. Но если экономика будет хромать, чихать и кашлять, ну тогда все. Тогда, ну, какая консолидация общества? Если не будет консолидации, вообще ничего не будет. Глава государства назвал главной целью повышение качества жизни россиян. Для этого необходимо решать различные задачи. Повышать демографию, укреплять экономику, улучшать экологию, развиваться в сфере медицины и высоких технологий. По словам Владимира Путина, внутренняя и внешняя политика направлена именно на это.